Всем добрый день! Сегодня будем шить шлепанцы для дома. Выкройку вы видите на экране. Детальки я уже выкроила. Можно шить полностью джинсовые, можно шить полностью драповые. Но я вот использовала, кроме этих тканей, еще махровую ткань. Итак, я выкроила две детальки джинсовые. Между ними вложила картон, размер которого меньше. Сверху у нас будет махровая деталька. И все это надо аккуратнейшим образом вручную сметать, а потом прострочить. Картонка, чтобы не двигалась, можно ее слегка приклеить. Верхняя часть состоит из джинсовой детальки и драповой. Драповая деталька состоит из двух частей. Я ее шила вот таким образом. Простой строчкой, а потом зигзагом в стык. Эту детальку также скрепляем и прострачиваем по краю. А дизайном будет служить вот такой листик, который пришьем сбоку. Вот так выглядят наши шлепанцы. Делаем оснаровочку. Здесь у нас меточка центр. Здесь меточка центр. Соединяем их, совмещаем. И вручную сметываем через край. Шов делаем небольшой. И вот в этой части верхнюю детальку слегка-слегка припосаживаем. Осталось только обработать бейкой шлепенец в круговую. Можно придумать несколько вариантов. Вот таким образом наживить и прострочить одной строчкой. Можно вот так пришить, а потом уже отогнуть. И второй строчкой пришить. Но по-любому надо попробовать обязательно на подобной ткани.
ткани, ну, как бы вот пробный образец. Вот я взяла, ага, ошиблась. У нас 5 слоев ткани, здесь 4. Но вот смотрите, я пришила вот таким образом, вот на лицевую будем считать. Отгибаю на изнаночную, и вот как будто бы чуть-чуть мне вот здесь не хватает бейки. Значит, я здесь буду пришивать не 2 миллиметра от края бейки, а прям вот 1 миллиметрик. И потом вот так отогну на подошву. И на подошве можно пришить вручную крепкой-крепкой ниточкой. И таким образом, чтобы вот эта пришивная строчка была спрятана именно бейкой. Закрыта, чтобы была. Бейка эластичная, тянется, слегка ее можно натягивать. Так, отгибаем на изнаночную сторону. Ну и, как я сказала, можно пришить вручную. Ну, а я, пожалуй, найду армированные сейчас нитки и все-таки прострочу на машинке. Армированные – это очень крепкие нитки. Вот так у нас получилось с обратной стороны. Бейка кругом, строчка, вернее, бейку кругом край захватила. Ну вот здесь вот как-то из-за того, что здесь вот стыковка, получилось не сильно аккуратно. Но ничего страшного, вручную берем и зашиваем. Вот такой получился шлепенец у нас. Мягенький, аккуратненький. Можно, конечно, взять очень крепкие нитки, например, вот такие, и в круговую все здесь пришить. Можно сделать еще крепче, можно взять натуральную толстую кожу, пришить. Может быть, даже у вас найдется подошва от старых тапочек, которая хорошая. Вариантов множество. Но я буду их носить дома, именно дома. Я знаю, что они мне послужат. Я оставляю такой вариант. Так, маленькая поправочка. Значит, я сказала, что с картона надо выкроить поменьше. Если машинка позволяет, то выкраиваете на всю подошву картонку. Если машинка берет такую толщину, чтобы краешек у вас не загибался. Шью второй. Вот так легко и быстро можно пошить тапочки, шлепанцы для дома. На сегодня все. До свидания. Всего доброго.